все-таки на следующие сутки открыть эту байду, которую запечатал за 3-9 земель на балконе. Потому что холодильник уже забит весь моими всякими предметами. Ну и вот, если поднести нос к этой фигне, то она пахнет очень классно. То есть вот этот состав, который я сделал вчера, он оказался каким-то даже, я бы сказал, уникальным. Ну и мы просто слегка так перемешаем это мясное хозяйство. Не особо так, потому что должно быть единство в разнообразии. Те, которые были сверху, мы сделаем, чтобы они были снизу. Вот, чтобы был такой всеохват, чтобы не было застоя, чтобы была, говорит правило Лампедузы, чтобы все осталось по-прежнему. Нужно, чтобы все изменилось. И точно так же элиты, которые настоящие, они постоянно подмениваются. То есть там естественная убыль происходит и замена. То есть один выбыл элитник, вместо него другой пришел. И вот когда они так немножко подменялись, они делают небольшой переворотик в Соединенных Штатах там, или в Британии, или в Германии, или во Франции. И сказать, ну вот я доставлю, наверное, до завтра. Не знаю, может быть, вечером сегодня. Может быть, вечером замочу сегодня в вине. В вине. Что может быть лучше? Ну вот, оставлю до завтра на балконе.